Нефтекубанский субботник стартовал 31 марта. За это время жители города-курорта облагородили большую часть территории, высадили цветы, навели порядок на детских площадках и в скверах. Сотрудники телерадиокомпании «Анапа регион» решили не отставать. Не только в своих репортажах, но и на деле поддержали идею проведения субботника. Я помню, мы в детстве, еще когда учились в школе, выходили всем классом, всей школой, убирали придворовую территорию. Ну, потом уже... Позже это где-то на производстве. Приятно выйти с коллективом, убрать прилежащую территорию, чтобы, приезжая на работу, видеть чистоту и никаких там ни мусора. Мы проходим здесь почти каждый день, с утра, вечером, на работу, с работы. И хочется видеть здесь чистоту, чтобы не было ни мусора, ни сухих листьев. Поэтому и вышли убирать. Месячник чистоты продлится до 30 апреля. К наведению порядка подключатся предприятия, учебные заведения, общественные организации, а также жители города-курорта. Работы будут проходить на всей территории муниципального образования. Уже в эту субботу все желающие смогут принять участие в массовой уборке пляжных территорий.